Анастасія Маза Тату, майстриня татуювання, надає перевагу об'ємним роботам в техніках акварель, графіка, нью японія, японія, треш, полька. Художня освіта дає можливість створювати оригінальні ескізи, яких не знайти в інтернеті. Доброго ранку! Вітаю в нашій ранковій студії. І я не можу сидіти поки що спокійно, тому що я бачу ось це, ось такі голочки, якими робляться татуювання, так, якщо я правильно розумію. Ось дивіться просто. Мені страшно. Не треба пугати людей. Тут працює всього, от це вот тільки вот така вот. Я тут показать. Вот эта вот маленькая часть, всего 1.5 мм заходит в кожу и все. Это то, что заправляется в машинку. Так, ну, взагалі це жарти, так. Це не лякає, взагалі тут невеличка частина, але будемо сьогодні говорити про те, як підготуватися до татуювання, тому що це такий процес для когось, всі бояться, що це боляче, це страшно, це там воно залишиться не так або зроблять не так татуювання і потім ходити так все життя і все. Люди просто втрачають якусь мрію зробити все ж такий собі малюнок. Давайте для початку розберемо. Татуювання – це. От зараз. Ну, во-первых, это культура. Это культура, это современный вид художественного искусства, поэтому это красиво. Тогда, когда это художественное, именно художественное произведение, то, что я хочу подчеркнуть, ну, это красиво. Это как картина, написанная маслом, только это по коже и все. А если это хоум-стайл какой-то, да, допустим, какие сейчас делают ребята такие маленькие татуировки, так по всему телу, лично мне не нравится. Я никогда бы такое не делала и не посоветовала. Ну, ребята пользуются, ради бога. Вообще, я считаю, что татуировки – это великое художество, и когда мастер хороший, то почему нет? Это впечатляют иногда такие моменты в жизни, которые нужны. От заговорили за майстрів. Як, можливо, вибрати для себе майстра? Як перевірити його на те, що це татуювання буде безпечним, не занесуть ніяку інфекцію і будемо ходити просто показувати гарну картинку на тілі, так? А не боятися і ховати, і якось лікуватись потім? Поняла. Ну, во-первых, это рейтинг непосредственно мастера самого, если это одиночка, да, вот как я. У меня есть студия, в которой я работаю. А во-вторых, это рейтинг, допустим, салона, если это салон. Уровень. У нас сейчас в Гугле можно найти все. То есть есть рейтинг 5. Это самый высокий рейтинг. Пожалуйста, туда можно идти. Значит, там что? А. Все стерильно. Б. Там хорошие профессионалы работают, у которых есть куча работ, которые выставляются, ездят на тату-фестивали. И им можно доверять. То есть когда у нас как работает сарафанное радио? То есть, если человек пошел, сделал, ой, классно, все, я тоже туда пойду, я буду делать. Вот. Ну, не всегда люди пользуются именно вот таким уровнем, а ходят туда, где подешевле. Я бы не советовала. То есть, чем, я полагаю так, чем рейтинг выше у человека, чем видно, что есть стерильность, да, видны рекомендации есть к этому человеку. Это самое важное, когда ты видишь хорошие работы, пожалуйста, ты можешь туда идти и все это делать спокойно. Но если это, допустим, кто-то домушник, ну, в том смысле, да, что он дома это делает, то я бы не советовала, потому что есть риск заражения разными инфекциями и так далее. То есть это не нужно. Значит, цього уникати и робити у перевірених безпечних місцях. Отже, що ми маємо пам'ятати перед тим, як йти на процедуру так, нанесення малюнку? Взагалі, коли можна робити? І що до цього можна і не можна робити? Ну, во-первых, не нужно делать тату, даже нельзя делать тем, у кого есть псориаз, то есть это кожное заболевание, и сахарный диабет. Вот это не нужно, не стоит делать. Это самое важное. Дальше, перед тату нельзя употреблять спиртное. Я всегда говорю своим клиентам, не нужно употреблять спиртное. Дальше, кофе не пить. Непосредственно перед. Почему? Потому что кровь выделяется, она будет смешиваться с пигментом, и это мешает просто мастеру. Все. Дальше нужно знать цель. Зачем ты это делаешь? Обязательно. То есть, что ты хочешь показать непосредственно в этой татуировке. Что все равно для себя треба якесь значення татуювання зробити, так? Не просто. Да, ну вот я еще раз говорю, молодежь, она не думает. Просто веяние моды и все. Лично для меня, когда ко мне человек приходит, он говорит, Настя, я хочу выразить то-то, то-то, то-то. Вот это самое главное, что в татуировке должен быть смысл, глубокий смысл. Так, про це пам'ятаю. І ви таким чином допомагаєте, ви створюєте ескізи свої? Конечно, да. Мне человек рассказывает себя,
мы создаем легенду, но не то, что придумано, да, то есть, вот, допустим, Япония, стиль очень хорошо выражает в человеке его надежды, чаяния или что он хочет изменить. Вот это классно, когда целый костюм или какой-то узор, он говорит о том, что человеку нужно либо в себе изменить, либо он что-то хочет подправить, либо укоренить. Там не хватает смелости, не хватает мужества и так далее. Это глубочайший смысл, который несет вот Япония или Нью Япония. Это тот стиль, который я создала сама. И вот это последние работы я делаю в японском стиле, но Нью Япония, где мы говорим о том, что непосредственно у человека происходило в жизни. Но об этом знаю только я и он. Угу. Все. Більше ніхто не знає. Ну, це красиво. І от таким чином перейшли до міфів, тому що деякі кажуть, що от татуювання все ж несе якесь значення, якщо ми зробимо той малюнок, то він якось змінить наше життя. Деякі кажуть, що та, ну, це все брехня, це не так, це просто малюнок. От поясніть. Вот когда просто малюнок, вот когда просто идут хоумстайл, ничего не значит 100%. Но когда человек делает легенду какую-то, вот я говорю правильно в смысле, да, легенду, когда он запечатляет что-то, естественно, да, когда ты вкладываешь кучу энергии в эту работу, когда человек эмоционально понимает, что сейчас с ним происходит, да, действительно, оно работает. И со всеми работами, вот, которые делаю я, допустим, ну да, у человека меняется жизнь и меняется к лучшему, это правда. З якими ви взагалі ще думками стосовно татуювань за свою практику, ну, якось чули? От, що були якісь такі міфи, які ви просто, ну, не могли навіть повірити в це, що може до такого дійти? Ну, перший міф, во-первых, это, который я знаю, нельзя быть донором с тату. Можно, можно, но есть, опять-таки, свои ограничения. Если татуировка сделана раньше год, ну, до года, год еще не прошел, то не стоит, не нужно. Если уже больше года, пожалуйста, донором можно быть, и ничего с этим страшного не будет. То есть здесь пока показатели в крови никак не меняются при наличии тату. А дальше, вот это очень больно. Это не совсем так. Да, это неприятно, но это не больно. Здесь нужно говорить о том, какой у человека болевой порог. Ну, все мы резались, да, все мы когда-то падали. Ой-ой-ой. Это больше вот здесь сидит все-таки, вот тут. Когда человек настраивается и понимает, что ну, мастер, хороший мастер, работает нормально, но ему не будет так больно. Это и разговор, это и кино, это и музыка, это отвлечение чем-то. Ну, во всяком случае, существует анестезия, поэтому не так уж это... Но такого варианта тоже можно прийти, так? Якийсь неболювальний? Обязательно, конечно. То есть, если нужна анестезия, то местно она делается. Все тут записала. Набивать тату поверх шрамов опасно. Частично да. Если шрам килоидный, хороший мастер за него не возьмется. То есть не нужно делать на килоидных шрамах. Если шрам до года, то есть не прошло года, тоже делать не нужно. Но если шраму больше года, вот ко мне приходит, ну, ребята мало перекрывают, девочки в основном, где бы ни были, шрамы, растяжки, животики, да, вот, то есть что-то нужно, какой-то косметический дефект закрыть, пожалуйста. Это наоборот спасение от того, чтобы человек не комплексовал. А, был у меня случай, когда парень был с большими ожогами на спине. Он настолько комплексовал, это ужас. Ему сделали объемную тату, то есть то, что я люблю, на всю спину, и там никаких шрамов нет. Там просто красивая картина, и все. Он теперь просто голым можно скакать, но это просто красиво. Вот закрываются эти шрамы, и все. Тату делается одной иглой, то есть тоже есть такая легенда. Нет, одной делается иглой, вот там они у меня, кстати, лежат. Вот это вот единичные иголочки, они делаются вот там, в маленькой. Этой. Не маленькой? Да. Это делается только ПМ, то есть перманентный макияж. А все остальные делаются вот такими от 3 и до 27. То есть много игл здесь, но опять-таки говорю, там входит всего 1.5 миллиметра. Еще сейчас вспомнила, есть одна легенда, когда говорят о том, что у меня вот здесь вот венки так вот проходят рядышком, вот, а вдруг вы мне вены вскроете? То есть, что я хочу сказать, запомните, игла входит на 1.5 миллиметра всего лишь. И никакие сосуды, они не задеваются, никакие вены не вскрываются. То есть, это все абсолютно поверхностно. Под эпидермисом есть дерма. В верхние слои дермы заходит пигмент, и вот на нем мы работаем. Так, ну, я думаю, ще розберемося з міфами. Вже частину зрозуміли, я вам дякую за це. Ми ще будемо зустрічатися в ефірі, розбиратися із питанням татуювань. Це цікаво, це варто знати, якщо все
теж на це наважуєтесь. Але я думаю, якщо дійсно майстер-спеціаліст, він вам про це все розкаже і не варто перейматися, що буде боляче або вам хтось якось нашкодить.